Добрый день! Мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 9 апреля, и мы с Алексеем Павловичем, вон Алексей Павлович на заднем фоне, проводили инокуляцию желтой ржавчиной пшеницы. Инокулировали мы крайне восприимчивый сорт к этой болезни, линию 2. Сегодня у нас сложились оптимальные условия для заражения данным патогеном. Весь день идет моросящий дождь, который способствует нанесению мелкой росы на растения. Температура 6 градусов. Ночью также существенное понижение температуры не ожидается. То есть влажность 100% будет держаться довольно долгий период. Саму инокуляцию мы проводили достаточно просто. Повторюсь, при оптимальных условиях для патогена мы просто раскидали листья, зараженные в прошлом году желтой ржавчиной, и хранящиеся у нас в холодильнике в сухом виде, мы просто раскидали на растения, повторюсь, сорта линия 2. Инкубационный период у данного патогена порядка 9-10 дней. И я думаю, что через это время мы можем наблюдать первое проявление данной болезни. Спасибо за внимание.